Адам Брычик – фермер из Польши, который однажды решил прогуляться в округе своих владений. Не подозревая ничего плохого, он увидел нору, в которой, по его мнению, поселился зверь, решивший стать соседом фермера. Мужчина случайно провалился в яму, которая доставила его в прошлое, в 8000 год до нашей эры. Упав в нору, фермер обратил внимание, что от туннеля отходили разветвления в разные стороны, и появились сомнения о том, что нора является домом для какого-то животного. Она была достаточно просторной, проход занимал около 10 метров по длине, а высота достигала 140 метров. Адам понял, что оказался в пещере. Находка показалась мужчине удивительной, поэтому он сообщил о ней хранителю монументов Красницкого повета. Историк сообщил, что данную пещеру можно отнести к эпохе плейстоцена. Согласно исследованиям, которые проводились позже, выяснилось, что карстовая пещера появилась при участии природы, при этом вертикальные плоскости оказались на удивление ровными. Историки заверили, что возраст находки превышает 11 тысяч лет. Стены норы говорили о том, что она была посещаема людьми, которые здесь добывали камень. На плоскостях были следы, указывающие на то, что здесь работали с инструментом, который был актуален в те времена. Несмотря на то, что информация о пещере была опубликована для широкой аудитории, местоположение находки решили не рассекречивать, так как, по мнению участников истории, чрезмерное внимание может навредить уникальному памятнику.